Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». У микрофона Ольга Болезина. Здравствуйте. Производитель матрешек задолжал сотрудникам 10 миллионов рублей. Прокуратура Нововятского района провела проверку в ЗАО «Сувенир», который в прошлом году отнесли к системообразующим предприятиям Кировской области. За полгода там 76 работникам не выплатили крупную сумму. На юрлицо и руководителя завели административные дела, после чего около 2 миллионов выплачено, сообщает прокуратура Кировской области. Проблемы с деньгами возникают у «Сувенира» не первый год. Руководству выписывают штрафы, однако долги снова возникают, и в дело приходится вмешиваться прокуратуре. Программа «Экономика». Фонд капремонта второй год подряд почти выполнил план. В 2020 году отремонтировали 646 многоквартирных домов. Это 90% плана, как и в 2019. До этого показатели были гораздо скромнее. 17% в 2015 году, 32% в 2016. К 2018 выполняли 3/4 плана. 68 домов отремонтировать в прошлом году не смогли, потому что собственники не пускали подрядчиков. Однако в наступившем году фонд капремонта рассчитывает проблему решить. Чтобы в новом году не допустить срывов, он уже заключил и договоры с подрядчиками на ремонт 200 домов. Экономика на 101 FM. Далее информация от наших партнеров. Рейтинговое агентство «Эксперт» повысило рейтинг кредитоспособности АО КБ «Хлынов» до уровня RU-BBB. Об этом сообщается на официальном сайте рейтингового агентства. По рейтингу установлен стабильный прогноз. Банк «Хлынов» успешно продолжает развивать бизнес и повышать свою финансовую устойчивость в непростой для рынка период. Присвоение рейтинга является важным этапом на пути к реализации стратегических планов, отметили в банке. АО КБ «Хлынов», лицензия номер 254. Экономика. В завершении о валютах на сегодня. Курс доллара 74 рубля 52 копейки. Евро стоит 90 рублей 81 копейку. Ольга Болезина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.